Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такую шоколадку Бабаевский Люкс. Покупала ее в фикс прайсе. Переворачивается она вот так, и здесь вот у нас состав 100 грамм шоколадочка наша, и фотография на состав будет у нас в конце ролика, как обычно. Вот, давайте ее откроем. Мне очень нравится на самом деле этот шоколад. Я его всегда покупаю. Так, вот как она выглядит у нас. Ароматный прям. Пахнет прям таким настоящим шоколадом. Мне очень-очень он нравится. У него вкус бесподобный. Красивенький. И давайте его попробуем. Он настолько красивый. Смотрите, там рисуночек такой, даже написано Бабаевский. Очень вкусный. Такой, знаете, прям вот какао бобы, прям такой шоколадный, шоколадный. Не приторный, немножечко такой сладкий, но очень вкусный. И у него такой аромат, прям шоколадный такой. Такой какао, прям какао-бобы, такой прям обалденный. Он тепленький, мягкий, ну, нет, не мягенький. Немножко он жестковатый. Если, допустим, Альпен Гольд, он более мягкий, с какими-нибудь там начинками, то Бабаевский он уже пожестче. Бабаевский вот и Щедрая Россия, они тоже жесткие. Шоколадки их надо жевать. Вот. Ну, в принципе, нормально. Очень вкусный. Рекомендую. Такую шоколадку можно подарить. Даже люкс. А люкс, кстати, продается не везде. В обыкновенных магазинах я не видела его. Я видела в Фикспрайсе и видела в обыкновенном продуктовом магазине. Там типа молочки какой-то там, такой, ну, забегаловка магазин. Вот, первый раз там увидела. Вот, ну, там он был очень такой довольно дорогой, а потом я увидела в Фикспрайсе и стала брать. А вот. Рекомендую, его можно подарить такой шоколад. Он красивый, вкусный. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите мои другие обзоры, видео, ну, также ролики, влоги. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Пишите комментарии под этим роликом в Ютубе. Мне будет приятно. Также смотрите мои другие ролики, мои влоги, как мы с сыночком живем, гуляем. Скоро лето, вернее, уже лето. Вот, как мы будем гулять, путешествовать с ним по нашему городу. Моему сыночку год и 10. Уже скоро будет 2 годика, наверное, пока это видео выйдет. Вот. И также кулинарные рецепты и много-много чего. Также пишите в комментариях. Я посмотрю, напишите того, что не хватает на моем канале. Я обязательно это рассмотрю. Вот, и всем пока-пока.